Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. Ехать мне надо. Подстрахуешь меня? Все просто. Утром заказы, а вечером деньги собрал и все. То есть ты теперь звонки принимаешь и бизнес ведешь, да? Да. Ты можешь себе представить? Клининговое агентство. Там 5 азиаток. Одна по-русски не понимает, а другой зубы купола отлить может. Кирилл, вот только с тобой такие вещи происходят. Спасибо, братуха. Ко мне девушка приезжает из Норвегии. Я переписывался с ней где-то на месяцев 6, потом она написала, что надо познать друг друга. Привет. Сейчас ты ее обаяешь. Поедете с ней жить в цивилизованную Европу. Уезжает цвет русской интеллигенции. Я не там лежал, думал, почему ты уехать хочешь? Что это непонятно? Революция осталась здесь, а демократическая свобода у нас. Вот. Россия тебя вырастила, выкормила. Ты за свободой туда? Женя, это цивилизованно. Ну-ну. Ты ведь обо мне многого не знаешь. Чего, например? Кирилл Евгений, это вы клиент в агентстве заведуете? Ну, статья 322 УК РФ об организации незаконной миграции. Что, завтра в 6.50 была на работе. Скажите, а у ваших сотрудниц есть миграционные карты? Ну че на жопу из таких, как ты? Соседний захлебнется скоро. А ты спрашивал, почему я хочу уехать? Москва, третий Рим. Какая ужасная жизнь у этой женщины. В Норвегии против эксплуатации женского начала. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас принято здороваться, когда ходишь в общественный туалет. Добрый день. С ее европейской толерантностью приедет и увидит гарем. Левчихрой, квартира 60 метров на проходчик. Да, господин Трюм. Не надо, только не господин. А правда ли, что вот это все прямо в торговом зале? О, господи. Как ты стрижешь со своих девочек 30%? Стрижешь? Ну, иногда стригу, постригаю, хобби. А, ты еще и куафер. Ну, счастливо вам, да. Вы когда уезжаете? В среду, по-моему. Мы с Анной вместе работаем. И, собственно, я бывший муж. Женя уезжает в Норвегию. Куда он едет? Мы вообще про них ничего не знаем. Ты спишь со мной в целях эмиграции, а не в целях любви? Так это печально сейчас сказала. Мы русских своих не бросаем. Ну и как я могу уехать? Да ё-моё! Да хватит тебе, прошу тебя! Женя, ты не виноват, ты просто живешь не в той стране. Мы быстро мы здесь такую ошибку совершаем. У тебя есть свое прошлое, у меня есть свое. Достоевский писал про каких-то абсолютно других людей. Угу. Слушай, ты русский человек, веди себя с достоинством. Я про тебя знаю все, что мне надо. Что ты знаешь про меня? Ты уже старался быть здесь счастливым, но тебе не получилось. Ну поедешь ты туда, поешь этого хамона с пармезаном. А дальше что? Да, наливай.